Привет, друзья! Недавно прочитал один обвинительный комментарий в мою сторону, что будто бы из-за таких провокаторов, как я, армянские и азербайджанские народы никогда не помирятся. Я хочу объяснить этому комментатору, почему я так нелестно отзываюсь об армянах. Сначала замечу, что с подписанием мирного соглашения тянет не Азербайджан, а именно Армения. Поэтому не стоит меня обвинять. Начните с себя и подпишите мир. А во-вторых, я хочу вам процитировать одного вашего армяне, соотечественника, лидера армянской партии «Национальное единение» Арташеса Гигамяна. После чего вы увидите, кто на самом деле является провокатором и разжигателем ненависти. Цитирую Гигамяна. «Арцах де-факто находится под защитой и протекторатом России. Нужно найти способы, при которых будет признана независимость Республики Арцах Арменией, и дальше арцахское руководство начнет организацию и проведение референдума по вхождению НКР Арцахской Республики в состав России точно на тех же основаниях, на которых Крым в 2014 году воссоединился с Россией». Этот армянский горе-деятель и фантазер спровоцировал и украинский народ, и азербайджанский, и никто из вас, армяне, не называют его провокатором. Поэтому, армяне, не стоит искать соринку в моем глазу. Сначала свои бревна из глаз повытаскивайте.